В Северском районе почтили память освободителей Кубани и участников битвы за Кавказ. В день 78-й годовщины освобождения края от немецко-фашистских захватчиков на мемориале «Вечный огонь» в парке станицы Северской прошла памятная церемония. Сегодня на площади много молодых ребят. И я хотел бы, чтобы вы чтили память свою истории, чтили и уважали тех людей, которые подарили нам эту прекрасную жизнь. Освобождение Краснодарского края началось 21 января, а завершилось 9 октября 1943 года. Траурно-торжественные мероприятия в этот день проходят во всех поселениях Северского района. Минутой молчания участники почтили память воинов-освободителей и возложили цветы к мемориалам.